С момента последнего домашнего матча «Адмирала» прошел почти месяц. И любители хоккея Владивостока настолько соскучились по команде, что даже товарищеский матч с «Амуром» собрал несколько тысяч болельщиков. Товарищеский матч совпал еще и с празднованием Дня защитника Отечества. Перед Фетисов-ареной появился настоящий танк, а многочисленных болельщиков угощали солдатской кашей. Сам матч, который номинально был товарищеским, на деле ничем не уступал официальным играм КХЛ. Предматчевое шоу, зажигательные танцы, группы поддержки, гимн, да и на льду игроки обеих команд продемонстрировали содержательный и результативный хоккей. Первыми счет в матче открыли хозяева, отличился Первушин, а затем точен был Антропов. Гости ответили шайбой Смурова, но под занавес первого периода Соколов снова увеличил преимущество «Адмирала». В целом, да, неплохо сыграли. Долго не играли на нашем льду, и нужно было, первый раз не катались, вот, надо было чуть привыкнуть ко льду, к коробке. Так, в целом, все хорошо. А во втором периоде «Амур» счет сравнял, но болельщики верили в победу и продолжали гнать команду вперед. На 53-й минуте матча Джастин Ходжман оправдал их ожидания, но гости сократили отставание меньше, чем через минуту. И все-таки в дальневосточном дерби победа осталась за Владивостоком. Точку поставил Константин Соколов. А болельщиков ждал еще один сюрприз – серия послематчевых буллитов. Каждая команда выполнила по 5 бросков, в которых сильнее оказались гости 2-1. Впереди игры официальные еще, и так как для «Адмирала» там важные игры впереди и для нас. Не сказать, что неважные. Поэтому давно не играли, конечно, все равно многое не получалось, были ошибки, но в целом получился хороший матч, продуктивный. Этот матч для хоккеистов «Адмирала» стал отличной подготовкой к решающим играм регулярного сезона. Команда продолжает борьбу за попадание в плей-офф. Для нас, болельщиков, очень хорошая игра. Там, смотрят 9 голов, там, по 10 буллитов. Я считаю, что это очень хорошо и интересно для тренерского штаба, скажем, не совсем. В одну сторону хорошо, 5 забили, но 4 что-то много пропустили. Конечно, не совсем бы хотелось много голов пропускать, но у нас повторительная игра, какие-то выводы сделали. Ребята немножко после первого периода, когда счет был 3-1, расслабились, понятно, так вышли вальяжно, но за то, что противник нас наказал быстро, поставил на место, перестроиться по ходу второго периода было сложнее. Вот, ну, когда мы в третьем вышли, поговорили, подумали, как лучше сделать, и закончили довольно-таки успешно, хорошо. Победа – это очень важно, я считаю, психологически. И хороший урок нам перед началом финальных этих игр. В четверг, 27 февраля, «Адмирал» начнет серию домашних матчей. Первый соперник – новокузнецкий «Металлург». А 4 марта дальневосточники вновь встретятся на льду Фетисов-арены. Но на этот раз в заключительном матче регулярного сезона КХЛ. На льду Фетисов-арены состоялся товарищеский матч между любительскими командами. На лед вышли прихожане Хабаровской и Приморской метрополий, а также представители хоккейного клуба «Адмирал», президент клуба Александр Могильный, генеральный директор Александр Филипенко и главный тренер команды Сергей Светлов. Это у нас первый праздник, такой, первая игра такая. И мне кажется, получилось удачно, все довольны. Вот видите, Суворовцы катаются, испытывают огромное удовольствие выйти на лед. Мне кажется, праздник удался. Необходимо вести здоровый образ жизни. А в этом смысле хоккей как раз, скажем так, решает эту задачу. И, наверное, очень важно еще то, что хоккей создает условия для того, чтобы мальчики становились мужчинами. Потому что мы сегодня живем в такой век немножко расслабленный. Вот, и хотелось бы, чтобы побольше мужиков было. Вот. Естественно, что есть очень хорошие слова из песни. В хоккей играет настоящий мужчина. Болельщиками в столь необычном матче стали дети из реабилитационного центра «Парус Надежды», а также воспитанники православной гимназии Владивостока и Суворовского училища. Марьяна Симоненко, Кирилл Корнилов, Мария Иващук, Василий Косилов. Новости спорта на 8.